Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня я сделал для вас подборочку очень полезных и крутых гаджетов для вашего компьютера или ноутбука с сайта AliExpress. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком и экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании. И в конце видео будет конкурс. Перед началом советую вам ознакомиться с полезным приложением AliTools. Оно немного упростит ваши покупки на Алиэкспрессе. Приятного просмотра! Делайте покупки на AliExpress, AliTools поможет найти лучшую цену среди всех предложений. Не попадайтесь на искусственные скидки от недобросовестных продавцов. Первый товар у нас сегодня – разветвитель-концентратор USB. Оснащен тремя портами USB 2.0 и светодиодным индикатором состояния питания. Позволяет подключать как различные устройства, оснащенные USB разъемами, так и MS, M2, SD, MMS, ETF карты памяти. Обеспечивает скорость передачи до 480 Мбит в секунду. Поддерживает Windows XP и выше и macOS. С помощью трех USB портов вы сможете подсоединить клавиатуру, мышку и другие гаджеты к ноутбуку во время просмотра видео с SD карты. Внешний корпус для жесткого диска с поддержкой USB 3.0, представленный в черном виде, будет бережно хранить информацию, содержащуюся на жестком диске. Данное устройство поддерживает операционные системы Windows и Mac, без необходимости установки специальных драйверов. Внешний бокс изготовлен из стали и безопасного пластика, которые гарантируют его долговечность и защищают устройство от быстрого перегрева. Корпус способен поддерживать внешние носители формата 2.5 SATA HDD SSD, толщина которых может достигать 9.5 мм. Устройство оснащено высокоскоростным интерфейсом USB 3.0, также обладает возможностью быстрой замены жестких дисков. Подставка-зарядка для геймпадов PC4 представляет собой интересное дизайнерское решение, предназначено для игровой консоли Sony PlayStation 4. Контроллер – это незаменимый аксессуар для истинных геймеров. Устройство способно заряжать одновременно до двух контроллеров PS4. Питание зарядной станции производится от USB-порта консоли PlayStation 4. Также эта зарядная станция может выступать в роли обычной подставки для джойстиков. Самая популярная флешка на Али. В эпоху повсеместного распространения электронных гаджетов без USB накопителя не обходится ни один человек. Однако помимо банальных минималистических устройств существуют и более интересные варианты. К примеру, флешка с металлическим карабином, которая не только функциональна, но и красива. Представленная металлическая флешка-карабин может стать отличным презентом для каждого, ведь это симбиоз эстетической привлекательности и практичности. Ее можно носить с собой в качестве брелока на ключах, вешать на цепочку и не только. Флешка выполнена в виде серебристого металлического карабина. Объем памяти составляет от 4 до 128 гигабайт, тип интерфейса USB 2.0. Крутая игровая мышка. Как только вы возьмете ее в руки, вы почувствуете, какая она приятная на ощупь. У мыши используется апробированный датчик AVAGA 5050, обеспечивающий исключительную точность. У мыши используются 4 преднастройки DPI для самых разных игровых стилей. Эргономичная конструкция обеспечивает комфортный гейминг в течение длительного времени. Переключатели и две долговечных сверхчувствительных кнопки обеспечат четкий тактильный отклик. А кабель с оплеткой и крупные наклейки обеспечивают плавность и непрерывность движения. Игровой коврик с RGB подсветкой сочетает в себе множество преимуществ, столь желанных современными геймерами. В первую очередь речь идет о существенном улучшении трекинга мыши и точности управления манипулятором, а также об ультрасовременной системе RGB подсветки, которая обеспечивает полное погружение в игровой процесс. К тому же обширная площадь поверхности коврика со специальным текстурным покрытием практически не создает трения при перемещении девайса и позволяет сенсору филигранно отслеживать каждое движение, вне зависимости от вашего стиля управления. Охлаждающая подставка для ноутбука помогает выбрать оптимальный угол наклона ноутбука, одновременно улучшив его охлаждение. 6 небольших, но мощных вентиляторов позволяют равномерно обдувать все нагревающиеся элементы ноутбука, обеспечивая эффективное охлаждение даже сильно греющихся портативных компьютеров. Быстро отводят избыточное тепло от ключевых компонентов устройства, не создавая при этом сильного шума. А специальные опоры, предотвращающие соскальзывание портативного компьютера, и два USB-порта не создают помех для подключения периферийного оборудования. Мини-клавиатура.
Эргономичная конструкция игровой клавиатуры обеспечивает непревзойденный комфорт во время использования благодаря силиконовой подставке под запястье и удобном расположении кисти над всей поверхностью. Рука не устает даже при долгой игре. Есть два режима интенсивности подсветки символов. Вы сможете легко отыскать нужную клавишу, играя при недостаточном освещении или даже при полном отсутствии света. Клавиши имеют различный наклон, форму и размер в зависимости от ряда. На поверхности кнопок W, A, S и D присутствуют специальные углубления, что помогает пальцам не соскальзывать с них. Как по мне, отличная вторая мини-клавиатура для геймера. Рюкзак-органайзер для ноутбука. Один из наиболее популярных среди молодежи. Он сочетает в себе качество материалов, вместительность и доступную цену. Материал рюкзака – сверхпрочный деним, который крепче привычного нейлона в 4 раза. Он стойкий к порезам, разрывам, промоканию и выгоранию на солнце. Рюкзак состоит из нескольких отделений – основного отделения с функциональными карманами, отделение для ноутбука, двух периферийных карманов на молнии, двух боковых карманов на молнии и потайного кармана на спинке. Отдельные отделения для ноутбука диагональю 14,3 дюйма, выполнены из специального противоударного материала. Держатель для провода мыши. Прочное основание держателя с утяжеленным центром и нескользящими ножками позволяет меньше беспокоиться о цепляющемся проводе и максимально сосредоточиться на работе или на игре. Стильный дизайн делает прекрасным дополнением на ограниченном пространстве рабочего стола и поможет уменьшить беспорядок. Удерживайте провод мыши на весу с помощью пружинной стрелы. Утяжеленные основания и нескользящие ножки обеспечивают стабильную устойчивость пружинной конструкции. Контроллер скорости вентилятора для ПК. Управление оборотами вентиляторов, а также наблюдение за скоростью их вращения, температурой, напряжением питания системы ведется с большого цветного жидкокристаллического экрана. Дисплей занимает практически всю фронтальную панель гаджета. Этот Railbus поддерживает широтно-импульсный метод контроля за оборотами и наделен 4 каналами управления вентиляторами. Питается от одного разъема и рассчитан на подключение 5 вентиляторов с суммарной мощностью до 10 Вт. Предназначен для установки в 5-дюймовый отсек. Док-станция. Универсальный прибор, позволяющий существенно расширить возможности персонального ноутбука. Он представляет собой небольшую коробочку с целым набором разъемов и портов, с помощью которых компьютеры можно подключать дополнительную технику и устройства. С самим лэптопом модель взаимодействует через USB 3.0. Стыковочная станция имеет компактные размеры, поэтому не занимает лишнего пространства. Она укомплектована 3 портами для подключения мониторов, что дает возможность выводить изображение с ноутбука одновременно на все устройства. При этом порт Репликатор транслирует картинку в высоком HD качестве. Ножки под ноутбук. Рекомендую использовать для лучшей вентиляции воздуха под ноутбуком или под другими гаджетами. Позволит меньше греться вашим девайсам и немного улучшит их производительность. Ножки выполнены в виде присосок силикона. Никак не повредят поверхность и не поцарапают. Очень удобная и полезная штука. Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка, в продолговатом корпусе, внутри которого панорамно расположились громкие динамики, сабвуфер и яркая LED-подсветка. При высоте 16 см динамик приятной тяжестью ощущается в руке и устойчив на любой относительно ровной поверхности. Заявлена поддержка Bluetooth и NFS для быстрой синхронизации со смартфоном. От аккумулятора колонка работает 8 часов. Заявленная водонепроницаемость, хотя на деле речь идет скорее о защите от попадания брызг воды и пыли. В любом случае, колонку настоятельно не рекомендуется купать в бассейне и оставлять под проливным дождем. Внешний карман. Является док-станцией для 4 жестких дисков с совместимой с 2,5 и 3,5 дисками объемом до 6 ТБ. За счет интерфейса USB 3.0 скорость передачи данных составляет до 5 гигабит в секунду. Для установки не требуется никаких дополнительных инструментов или программ. Корпус док-станции выполнен из высококачественного ABS-пластика. Имеет LED-индикатор состояния питания и независимый выключатель. Док-станция позволяет расположить диск на рабочем столе вертикально. Устройство поставляется в комплекте с адаптером питания на 12 Вольт 6,5 Ампер. Очень полезная штука, если вам нужно обрабатывать очень много информации. SSD-диск.
Замена вашего обычного диска на SSD-диск намного ускорит производительность вашей системы в целом. SSD – это твердотелый накопитель данных, известный больше как флеш-накопитель, в котором нет движущихся элементов, таких как в обычном жестком диске, и все чтение и запись производится очень быстро. Основные преимущества SSD-накопителей – это скорость работы, устойчивость к механичным повреждениям и малое энергопотребление. Также SSD почти не нагревается, что благоприятно отображается на системе целиком. OptiBay. Если вы давно не пользуетесь DVD-приводом, как и я, то вы можете использовать это место, заменив DVD-привод на жесткий диск с помощью OptiBay. Это недорогое устройство, с помощью которого можно установить второй HDD или SSD-диск. Вы получите два диска в ноутбуке. Для этого не требуются никакие драйвера. В свою очередь, привод можно установить в USB-корпус и пользоваться им как внешним. Внешнее устройство для пользователя будет незаметно и устанавливается вместо установленного привода DVD или SD, а уже в сам OptiBay можно красиво и надежно установить дополнительный жесткий диск. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какая фирма у вашего ноутбука. А если у вас стационарный ПК, то напишите, какая у вас видеокарта. Обязательно подписывайтесь на канал Альпачино Лайф. На нем будут итоги конкурсов. И там уже есть новые розыгрыши призов по нескольким видео. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!